Баба Джи или ты уже наигрался? Не пойдем? Да не, заходи, что я тебя жду. Ну, пойдем. Не знаю, вот даже если я в теории когда-нибудь захочу поднять рейтинг, то это ж сколько мне придется играть, чтобы апнуть хотя бы какой-то нормальный рейтинг. Ты представляешь, сколько мне придется гриндить? Слушай, ну там есть система, типа, если ты жестко выигрываешь, то тебе все больше и больше дают номера. Ну это надо сколько, 20? Это надо много, да, выигрывать, типа. 5 лет. Слушай, ну учитывая, как ты на инвокере кнопки жмешь, тебе на героях попроще. Блять, получается, на любых героях тебе будет вообще нормально. Да вон, я на снайпере недавно играл. Вообще легко играть, просто позиционку держишь, супер простой перс. На клингзе, я думаю, тоже легко. Я, правда, 1.13 сыграл без стрима. Я в меню. Чай, фиг, да ну подожди. Чел с 8к ММР говорил, что 7к с нуля берется за 2 недели. Но это с нуля, а у меня уже 1500. Там с нуля это как бы чел может калибрануть 3500 и уже 3500 апаться, а у меня 1500. Мне, бля, хотя бы, вот... чтобы 3500 апнуть, это сколько надо играть, блядь? Я вот тоже... Я вот наоборот, кстати, хочу аккаунт, чтобы у меня был 2к, блин. Там прям попроще в доту играется. Я понимаю, что если я научусь играть, я буду, ну, нормальный винрейт иметь, не знаю, 70%. Ну, если играть на кор роли какой-то. Потому что на 1500... Не переживай, 50 на 50 все поровняет. Да ладно. Ну, мне кажется, просто когда ты играешь на 1500 рейтинга, окей, бустеры иногда попадаются. Всегда но... бустеры. Ну да, часто. Ну, игроки если... просто не на свой ранг играют. Если не бустеры, то... Фиксики. Бля. Короче, я, может, хайя подсякину просто. Ну, в игре. Чтобы да. ты не ждал. Да. Да, в игре. В игре кидай. ИРЛ не надо. Поехали. А какая система 50 на 50? Вы хотите сказать, в доте есть 50 на 50 система? Да. Ты, ну, типа, игрока всегда будут пытаться заровнять на 50 винрейта, подкидывая ему абсолютных ебланов. Ну, по такой логике, ну, апаться невозможно практически. Только если ты прям совсем в одно ебало закрываешь. Но до 3к довольно легко в одно ебало закрывать. А тачку новую добавили? Да, это мой Макларен на фоне. Хорош. Чтоб ты понимал... Не насосал, а настримил. Чтоб ты понимал, типы некоторые 60 тысяч джикоинов потратили сегодня, чтобы его открыть. Это $600. Нахуя? Потому что они апгеры. Слушай, ну довольно качественно моделька выглядит. Да, так у них коллаба с Макларином, поэтому они качественно сделали. Пришлось. Ну да, бабла заплатили. Ну, она мне, короче, выпала со второго красного кейса. А где посмотреть, типа, модельку нормально? В игре сейчас покатаемся. Может быть, даже на разминке. Ну, неплохо выглядит, неплохо. Надеюсь, она едет 300 хотя бы. Короче, помнишь кабриолет, едет, оранж... да? Кабриолет оранжевый такой, так. Помнишь? Вот это просто скин на него, можно сказать. Ну, нормально едет. А 140 едем, понял. Ну, на да, Макларене, блядь. Не, может быть и 160, кстати. Короче, они опять просто сосут руб. Реально нормально так надо задонатить, чтобы у тебя эта тачка была. А если ты хочешь черную вот такую, то надо, чтобы еще пиздец повезло. Там мега редкий кейс, и с мега редкого кейса 7% шанс, что она тебе выпадет. Мне просто повезло, она мне со второго мега редкого кейса выпала. О, смотри, иди сюда. Так. Видишь контейнер? Так. Это я могу на разминке выебываться перед типами. Обалдеть. Видишь, сразу подбегаю. Такие, а что это такое, блядь? Все, я поехал, ББ. За тобой армия фанатов бежит. Все, ебать, всем до свидания, когда нахуй Grand Theft Auto. Ну тут, правда, дорога нихуя не для спорткара, я тебе скажу. Ну зато эта хуйня на каждой карте, по-моему, есть. Ну я не уверен. Я, кстати, на Дестоне еще не находил этот кабриолет. Я только полицейскую машину тут находил. У нас сервер мертвый, блядь. Внутри. Зато повъебываться можно. Давай. Ебать, тебе понравилась тут... тачка? Купишь такую ERL? Все, покупаю. Я посмотрел, хуйню стоит. Типа лям 60. Хуйню. Хуйню стоит, лям 60. Понял. Ну, у XQC плюс-минус такая же, он за 350к баксов взял. Да, я знаю, что у XQC нет прав, он по приколу купил ее. Так бывает, когда казино стримишь на 50 тысяч онлайн или на 100, сколько у него там? Так бывает, говорит. Я не понимаю, Ламыш, когда мы уже казик будем крутить? Завтра. Завтра?
Мне до сих пор пишут, чтобы ты понимал, и на почту, и еще как-то через знакомые контакты обращаются, типа с рекламой Казик. Ну, конечно же, это популярная тема. Самое угарное, что это смотрят еще больше, чем... Ну, не у всех, но у некоторых стримеров это смотрят даже больше, чем любой другой контент. Типа, там человек игры стримит, еще что-то, у него на казино больше онлайн. Это вообще странная хуйня. Может, они, конечно, крутят. Ну, потому что люди говноеды. Ну, либо люди говноеды, либо казино крутит просто своим стримером, потому что я хуй знает. Это странная тема. То не просто говноеды. Короче, мне рассказали сегодня, что можно найти здесь дрон, дроном пойти полететь куда-то, забрать там ключ и открыть комнату секретную. Но куда полететь, я хуй знает. Какой-то грузовик, блять, или еще куда, контейнер какой-то. Ну, сейчас чат еще подскажет, но я думаю, мы просто сдохнем сейчас, и все, без шансов. Мне просто нравится смотреть, как люди проебывают свои деньги в казике. Но если бы свои, братанчик... Так там не свои. Там не свои. Тебе просто все. И вот эти заявления стримеров, что типа я в казино там проебал много денег. Это все хуйня. Это все пиздец. Подкрутка идет. У меня нет нормального гана. У меня нет нормального гана, у меня снайперка, блядь. Где именно? Где-то. Вот тут где-то. Сковородку попал, блядь. В сковородку попал. Прицелься. Не, у меня захуяри сейчас, блядь. Иди ган ищи, блядь. У тебя на крыше еще какой-то долбоеб без гана. Нормально. Блядь. Хорош пушка. Battleground has crashed. А, у тебя опять эта хуйня началась? Какая, я не знаю. Просто крашена игра. Ты Atomic Heart игру знаешь? Знаю. Играл уже, а чё? Как тебе последние новости, ты не в курсе? Что-то про ВК Плей, да? Да. Я хотел сделать чат, но я не в курсе. Эксклюзив ВК Плей. Это стриминговая платформа или что? Не, это просто ебень какая-то от ВК очередная. А что это значит? Ее только там можно будет купить или ее только там можно будет стримить или что? Ну, пока только хотят сделать эксклюзивом, но в Стиме все еще есть страничка покупки. Просто ВК Плей, по-моему, это стриминговая площадка. Они еще стримеров закупали, когда открывали эту площадку, чтобы там постримить. Я отказался тогда. Да, Atomic Heart. Есть страничка покупки, но, типа, нельзя купить. Просто, типа, висит страница игры. Я в меню. Просто вот игруха вроде как хорошую собираются сделать, а зачем делают так, что, ну, типа, игра, считай, будет... Я так понимаю, недоступно для всего остального мира. Это ж тупизм полный. Это, ну, типа, просто денег. От денег. Ну, может быть, им ВК котлету зато дадут жестко. Ну, я бы на их месте не соглашался. Я не на их месте, конечно. А что пизом полный? Типа, Atomic Heart по-любому надо во всем мире продавать. Будет просто СНГ так, а где Atomic Heart будет продаваться, ну, типа, помимо СНГ в Стиме? Какая-то тупая тогда политика. Не, я думаю, политическая ситуация тут ни при чем. Просто какое-то сомнительное продвижение типа ВК сервисов выглядит. Ну и куда ты летишь? Ну, а нехуй мне доверять, блядь, дропы. Мне надо было отойти. Я лечу туда хочу. Куда хочу, понял? У нас, блядь, куда хочу? Три чела, нахуй, если чё. Ну чё, заметишь новую анимацию сам или подсказать? И анимация, мне похуй вообще. Чё. Новые анимации всего, нахуй. Перезарядки. Пушка по-другому держится. У меня 4 есть. Пушка по-другому достается. Ну, релоуд 100% заметишь. Так, соседний от меня дом, справа от меня. Слева. Справа тоже нахуй. Прохожу. Он слева на кухне, запушь. Хорош. ВК только для СНГ. Понял? Весь мир сможет покупать? Ну, я говорю, это тупо как-то. Весь мир будет в Стиме покупать, а мы будем в ВК, нахуй. А не, я казах, мне похуй, я в Стиме куплю за тенге и все. Если регион сделал, в Стиме очень удобно. Так и забери обратно. Ну, анимация чуть получше стали, кстати, да. Да, реально пизжа. Перезарядка мне особенно нравится. Аптеки забери. Ищи Макларен, заебал. Ты заебал, блядь. Ты заебал. Да, хорошая анимация, хорошая сделанная. Мне в целом нравится. Вон Макларен стоит перед нами, прям слева. Выходи. Трансформация! Ебануться, даже анимацию какую-то сделали. Ты кто, блядь? Сзади чел.
Вот там. Чел, у тебя на поезде C4 висит, если что. Сейчас сколько мы там едем? C30? C40? 40. Ну ты был прав. Да? Ты специалист по PUBG, походу, да, ёбнутый? Раз такие даже вещи знаешь. Специалист по PUBG. Справа чел. Вот тут. Тикает меня. Нокен, блять. Где этот Кент? На желтый. Понял, вижу. Фига, по-моему, интересные у тебя стрельбы твои. Чел, как хочу, так и играю, как хочу, так и стреляю. Ты что, доебался, блядь, я не понимаю, блядь. А что, ты, ну, доебался, это я тебе первый раз сказал. Доебался это, если бы я тебе несколько раз что-то заспал. Что-то есть, блядь. Heavy Stock, это что такое? Новый сток. Отдачу убирает. Давай. Даю. Сейсом? Да. Минус 5% вертикальный, 5% горизонтальный и 5% стабилизации отдачи. Минус 10% прицеливания, ну ты не заметил. Мне касочка нужна. А я не вижу никого. Ну а да, вот тут. Мне въебало дали просто. Сосали. Хорош. Почему вы в Апексе догадались сделать охуительный вингман, с которым хочется играть снова и снова на протяжении стольких лет? А в этих играх револьверы, которые, ну, ты раз в год, может быть, подберешь, ты топ в тиммейта пострелять. Ну, потому что в этой игре больше закос под реализм. Типа тут микс реализма и аркады довольно хороший такой. Но в реале ты с револьвера точно не будешь стрелять, когда у тебя есть вариант использовать автоматическое оружие. Ну, точно не будешь. Да. Парни, вы чё это, блядь? Ебать, по имени. Думали такое. Не, хорошая анимация, прям очень естественная. Да, я в жизни так же перезаряжаю берил. Чё ты рофлишь? Мы можем на стрельбище сходить. Я помню, я вспомнил, как... есть стрельбище классное. Я вспомнил, как ты калаш, блядь, перезаряжал. На стрельбе постоянно. Что с ним стало? Ты заебался? Ничего, я просто отложил его. Ой, выходи. Ебать, ты чё, нахуй, ебанутый? Пиздец, ты минус 60 лямов, но. Анлаки. Похуй, не бабки. Ну, Казик, постримишь разок, нормально. Ну, не разок, ну, а два разка. Неужели реалистичная игра папка? Не эти ваши Elden Ring, где орки бегают, магия непонятная, это ваша, блять. Наконец-то могу посмотреть. А ты Elden не играл? Нет. А чё, не любишь соусы? Ну да. Хочешь? Ну, импакт не ощущается в основном от ударов. Там сложность мнимая вообще. Нет, тут на самом деле импакт от ударов нехуёвый, если ты, есть, допустим, есть классные с катаной боссы, играешь. Но в основном это просто трясня намулёванная, блять. Слева что-то едет. Ебать, ты вышел! А чё мне делать? Ебать, ты вышел, я в тебя нахуячил просто. Блядь, минус 80 где-то мне, да? Ну ты у меня прям в прицеле оказался, я сам не ожидал такой хуйни. Блин, ну мне охуенно понравилось Elden Ring, прям балдёж. Ну есть боссы, которые просто, знаешь, Ctrl-C, Ctrl-V, и вот говорят, что их 150, но уникальных типа нихуя не 150, там некоторые прям повторяются откровенно. Ну, все, да, драконы, да, да, да. Все драконы абсолютно одинаковые, обилки, мувмент, все одинаковое. Просто один рыгает красным огнем, а другой синим, типа. Я просто рыгаю. Не знаю, импакт от ударов ощущается, если, допустим, вот я играю с катанами, с ебучими, с кровотечением. Ты понял, попадаешь по типу, просто кровь отлетает, там, ну, здоровый будет. Ну, я-то, я в Elden не играл, я играл в первый DS. Ну, я бы попробовал. Я помню. Понял, что, блядь, в подобные игры играть не буду вообще, нахуй. Эх, сейчас бы датчик, блядь, с этой мавки, нахуй. Да, на Мирамаре он ни до кого не дотянется. Давай все отсюда попекаем, он волк не стоит. Нексон. Там, короче, вначале реально там душновато, может быть, сложновато, но потом, когда ты хоть чуть-чуть раскачался, то охуенно. Ну, как God of War было, ты же God of War проходил, очень God похоже, на самом деле. God of War по чам, блять. Ну, вот. Вот. Мне примерно так же нравится. Какая там работа проделана с анимациями, это, блять.
Смоков, смоков. Убил. Не знаю, похоже, похоже. На самом деле, мне кажется, God of War нормально так похож на Souls-like игры, по ощущениям. Если ты проходишь на максимальной сложности, ты же на максимальной проходил, да, на боги войны. Я и на NG+ даже прошел. Да. Я думаю, тебе должен зайти Elden. Да нет. Реально похожие игры. И с ним вообще. Короче, вот в God of War на самом деле такая же проблема. В начале слишком душно. Ты прям очень долго убиваешь мобов. Я там, не знаю, на одной пачке мог зависнуть на часик нахуй. На какой-нибудь жесткой пачке мобов. А под конец вообще изи. Ну, не под конец, а в середине игры, вот там, где ты клинки уже получаешь. Там чисто изи клэп начинается. Клинки про забав дают. Вот и в этой игре также, типа, поначалу может быть тяжеловато, а потом ты как бы прокачал. Нашел нужное оружие, прокачал его, обилочку нужную нашел и ходишь, ебашишь спокойненько. И как по мне самое важное, это лутать локации, которые тебе по левелу подходят. То есть там дохуя такого, что ты бежишь, вроде локация твоя, да? Чуть-чуть отошел на пару метров в другую сторону, а там уже мобы 50-го левела, которые тебя ваншотают нахуй. И это нигде никак не написано, чтоб ты понимал. Типа в God of War ты, допустим, если зашел не туда, там у чела полоска хп фиолетовая будет, и ты понимаешь, что ты не там вообще, где надо. А тут нихуя нет никаких индикаторов, и ты сидишь, гадаешь, блядь, куда тебе пойти. Не знаю, правда, нахуя я тебе рассказываю? Рассказывай, очень интересно. Сука. А, кстати, в Ханте нормальные револьверы, но Хант это тоже не шутер. Это ебень просто, согласен. Это ебень, да. Как Тарков, Тарков же тоже не шутер. Тарков это танки с модельками людей. Не шучу. Там абсолютно идентичные игровые механики. Это не шутка, если что. В шляпе, блядь, прикинь. Неужели он каску не нашел до сих пор? Дал ему. Фул, фул, близко. Нок. Фул. Бил. Хорошо. Ты мне вот что скажи, ты когда устроился в маркетинг From Software? Я просто в Souls вообще до этого не играл, это первый Souls для меня, и заебись. Чат, правда, душный, пизда. Но God of War тоже был душный. В такие игры надо играть, когда они только вышли. Перед тобой я убил чела сразу. А он один, что ли, ехал? Вроде два. Да, чат душит, потому что игре типа полгода, God of War еще больше. И они, блядь, насмотрелись гайдов, насмотрелись летсплеев нахуй, сами попроходили и начинают срать непрошенными советами. Вот из-за этого вообще да тяжело стримить. Да бан нахуй, ебаный рот, Сочи. Да, блядь, ну, весь чат. Весь чат бан нахуй. Ну, мы так и делаем. Но все равно, типа, я смотрю в чат, там половина, больше половины сообщений там, ну, типа, удалено, и челы в бан летят. И как бы хочется пообщаться с чатом, а ты смотришь, там совет, нахуй, как босса убить, или, блядь, спойлер, кто там, сын Кратоса, или еще какая-нибудь хуйня. Я так нахватался, блядь, и спойлеров, и советов, просто заебался. Хорошо, что в Элдене нечего спойлерить. Хуя ползет. Блядь, да. Ну, он к успеху полз. Понял, сабы сидят тоже, советуют, блядь. Я уже в названии стрима пишу, типа, советы бан, все равно, похуй. О, ну название вообще никто не читает. Потом мне говорят, посмотри трейлер к Рагнароку. Смотрю трейлер, там тоже спойлеров, пизда. Зачем я посмотрел этот трейлер? Типы, которые делают трейлеры, тоже вообще долбоебы, видимо. Ну, я понимаю, что им надо как-то завлечь, да? Какие-то интересные моменты показать, но нахуя настолько много спойлерить в трейлере? Ну, а там просто стрим-снайперы твои на разработчиках. Заранее знали, что ты будешь смотреть. Захуячили спойлер. Ну, типа, это полный пиздец. Убегаю. Где ты? Я пошел пушить. Нихуя, я ему еще два дал, он выжил, блядь. А, ему попал. Он вот тут за стенкой. Убегает, убежал за дом. Он сильный, блядь. Сразу сажусь. Хилюсь. А, да? Да. Угу. Я считаю, ладно. Это на YouTube с названием «Самая потная концовка». Мы что, попали на турнир? Вопросительный знак, восклицательный знак. Косинус, синус еще. Многоточие. Корень ебанейший. Над вопросиками
восклицательными знаками всякими. Вот у тебя такое есть, что ты смотришь что-то, да? И ты прям так. Пиздец хочешь советовать челу. Вот есть у тебя такое? Да не, я обычно сижу, руфлю, блядь, вообще. Ну вот просто люди так любят заниматься бэкситом, сидят, смотрят футбол, да, профессиональные футболисты играют. Да куда ты бьешь, блядь? Да кому ты пас отдал там, нахуй, вот это вот все. Сидят, смотрят, не знаю, турнир стримишь по Warzone, челы пишут, да что ты делаешь? Тут вот так надо было сделать. А это даже невозможно сделать, то есть человек даже с игровой механикой не знаком, он, скорее всего, сам ни разу не играл. Советует, сидит, типа, какого хуя в людях это есть? Почему они так любят? Но... ебучий диванный так... вот этот гейминг. Так, эксит, потому что они хотят показать, что они, мол, шарят до хуя. Посамоутвердиться там, за счет проявить, вот этой хуя. Проявить, типа, этот, блядь... Или, блядь, начинаю охуенную битбосса. Способность, блядь, за флексы, так сказать. Тут же пушки клипаются в игре. Угу. У меня. Накормил. Вау. Хорош. Спасибо. Я вот жду, когда прокнет прям охуенная лишка в поле, чтобы тебя в нее заманить. Вот это там пизда. Я готов. Я играл в Диабло, мне нравилось очень даже. Тоже плюс-минус то же самое вообще. Это то же самое, без плюс-минус. Че там, Battle Royale в итоге у них загнулся этот? Да. Это они делали. Мертворожденный. Хуйня рояль, блядь. Я поначалу так хайпил, блядь, что типа, о, ебать. А райвелс в итоге не провели по нему? Да, он несколько даже райвелся. Чел в дом зашел вот сюда. О, ебать, нашел цель, нахуй. Это его кент, он сейчас будет тебя отпикивать. Ухилиться, хилиться. Да мне похуй, все. Я в позиции. Левей. Хорошо. И на желтый. Надо было не слезать с позиции. Просто так остаться в лес. Ну мы проебали дождю на самом деле. Чел, который в здании стоит, он слышит чела снаружи, а чел снаружи типа в здании нихуя не слышит из-за дождя. И он меня стоял, контролил, а я его даже не слышал. Да мог бы просто сказать, блядь, Жиндос, я лошок ебаный. И все, все понятно было. Че вот это опять оправдываться, что-то. Да, конечно. ВК купил права Atomic Heart. На самом деле, слушай, а ведь это нормальный мув. Учитывая, что мы в Steam, надо реально хитро выебнуться, чтобы в Steam что-то купить. Мне кажется, это нормальный мув, то, что эта хуйня будет продаваться в этой хуйне. Это хуйня в этой хуйне. А, ну казахов обделили в этом. Да, реально. Казахи могут покупать в Steam, но им придется покупать ВК этой теме, потому что они в СНГ тоже. Тут только казахи реально проигрывают. Нам на тачку залезли, блядь, что делать будем? То есть смотри, ВК выигрывает с этой ситуации, Atomic Heart выигрывает тоже бабло. Да, такой эксклюзив. Мы выигрываем, потому что мы можем купить игру, реально проигрывают только казахи, блядь. Бедолаги. Что, давай бухлей. А, давай. Чё, бухлей будем? Сейчас посмотрим, что получится. Чё, покайфуешь. Из максимально крепкого готов пить только квас. Нихуя, не запьянеешь? Ну, если много выпить, то могу запьянить, думаю. Ну, факты. Сколько? Ну, литра два, блядь. С виноградного сока, интересно, можно? А, ну, с виноград! С виноград, блядь, вот это ты даёшь, блядь. Пиздец, блядь. Чё ты рофлишь, блядь? Дурак, сука. Чё-то шиза накрыла лёгкая. Я сначала не понял нихуя, потом понял. Потом понял, и как проорал, обалдеть. Так чё, есть эксперты в чате? Можно, ну, немножко опьянеть от виноградного сока? Натурального, какого-нибудь там прямого отжима или прям свежевыжатого? Нет? Никак? Челлендж принят. А если он постоял долго? Надо, чтобы он забродил. Вот, у меня как-то постоял виноградный сок. И, короче, когда прямого отжима соки открываешь, они годные в течение суток. Вот после этого, типа, начинает хуевить им. Ну, именно после открытия бутылки там или чего-то. И у меня как-то постоял виноградный сок дней 5. Я после этого попробовал, он реально забродил. Я как будто, блядь, вина попил. Кидает хуйню какую-то. Вайп.
Аптечка, ебать, ред зона. На нас прямо. Ты пиццу с ананасами любишь? Обожаю. Не, ну реально. Прям вообще взахлеб слюни аж текут. Дурак. Ну да. Ну да, а че? Я просто в детстве ее очень сильно любил, но я 1000 лет не ел. Может быть, мне вот попробовать? В Додо же есть такая? Так, я поднудусь пока. Давай. Так, я тут. Там задрот вообще, ух. Куй-к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 уй. Я так же буду тогда. Вообще, я там играю. А, он не один, ебать. Да-да, я белых. Хорош. Ебать, отдача, блядь. Пиздил. В ахуе. Че, с хэвистоком? Да. Ты, походу, на ходу стрелял, значит, или стоя? На ходу, да. На ходу не стоит. Ну что, увлекательно тебе, надеюсь? Очень нравится, пиздец. Оторвал тебя от скучной хуйни, где надо фармить мобов, в интереснейшую игру жанра Королевская битва, трехмерный тактический бой, многопользовательский, где надо просто бежать нахуй. Иногда... Трехмерно бежать. Иногда трехмерно бежать, да. Иногда ездить, иногда лутаться еще. Ну, можно пострелять на эту типа, пару раз за игру. Я равно нажал и в рот ебал. Блять, стой лайф нахуй в 2022 году, охуеть. В Warzone 150, блять, чё, в чём проблема? Клинок. Файв. Не, нахуй. Экшен! Нахуй, попадёшь вообще невозможно. Передо мной ползает. Нокнул. Добил Пум, второго. В один момент убили их. Ок. Он лег. Сзади, сзади, сзади. Там у меня в руке хуйни. Убил, лёг. Добитие. Селфики. Нет, просто фрик какой-то. Ебать, что? Ему в голову дал. Как я, блядь, в него не попал? Шок. Че с прицелом было, блядь? Опять экшена нет, блядь, стримак. Да все, сейчас будет экшен, блядь. Обещаю, в доме в этом типе, я думаю. А че мы датчики не нашли все еще? А? Ну, потому что добавляют новый охуенный контент. Я иду экшен. У меня вот тут два. Блядь, это боевище. На заборе второй. Сейчас пикнет. Хороший. Сюда экшен. Блять, экшена мало. Слышь, надо еще кого-то срочно. Мало найти. Экшена, блять, еще и. Маловато, еще. Маловато, я пошел. Первый этаж, правая часть. По 90, походу, у него. Я поджался под забор. Бил. Нихуя он, блять. Я дал смог зоне еще, чтобы он там. Нет, не. А, все, он сосал. Ну ебать, он что-то там. Больно сносил. Жесткий экшен был от тебя в конце, от меня, конечно, не было экшена, так гранаты что-то стоял, кидал. Слабенький экшен, ты нормальный экшен показал под конец. Я есть экшен. Зови меня Женя функционал. Че за игра? Ща приду. Можешь рыгать пока, или рыгать. Я играю в Баба Джи. Баба Джи или Баба Джаги? Баба Джаги. Он шотнул меня. Он ебанат, ебашево. Ты с дробовика стреляешь, серьезно? У меня нет ничего. Там же. Я захилюсь. Дать аптеку? Нет. Мы что, сейчас упадем в атаку? Ебать, это чё? В смысле, не играл ни разу в вулканическую карту? Нет. Она генерится каждый раз заново, типа, кемпы и вот эти города, они каждый раз новые. Ебанулся. Да, я мечтал когда-то о таком, в батл-рояле, но не в таком виде. А в каком? Ну, и одинаковые кемпы, просто и холмы, блядь, с магматической хуетой. Магматическая хуета. Угу. Что-то поинтереснее, короче, но я понимаю, что это очень сложно сделать. Тут чисто поля, немножечко лава, немножечко кемпоу. Охуеть, мы еще и в чинуке летим. Не выебывайся, я не знаю, что это значит. Ну, значит, вот выебываешься. Вот этот вертолет транспортный.
куда хочешь, в хилипад, может быть? А чё не... Похуй. Титанопад. Да, это мапка, это корякин просто зеленый. Ну да, типа того. Пока локи еще разные всегда. Ног в доме перед нами. Там же чел. Поджигаю. Цепляю. Его убили. У тебя. За. За. Хорош, он тебя потапать решил? Ну, он что-то попукал чуть-чуть. Любой, чинук падает. Угу, жалко, пацаны. Он с лутом, наверное. А чё, почему он падает? Наверное, его подстрелили и лут забрали с него. Уже лутают его. Это какой-то более большой, по-моему, дроп, не? Вижу. Кого? Макун. А это, блядь, что? ВСС вот отсюда. Ебана. Нихуя игрок. Ну я долго валяться буду. Бро! Ну так вот, блядь. Это чё, блядь? Это, блядь, мистер Пропер. Всё отмыл. И паркет не повредит. Так, ага. Чел играет Вектор ВСС. Ты дескам смотришь? Да. Так. Так. Ну это мастер ВСС. А как он меня убил так быстро, вопрос. Мастер ВСС непризнанный. Гоф Тарков завтра. Нет, спасибо. Вот тут я вынужден отказать. Гоф танки лучше. Почему? Ты же это же одно и то же. Ну, в танках хоть, блядь, слышно, как пивные соски лопаются. А в Таркове просто ебень. Бессмысленный абсолютно. Да, я по рофлу высрал. Мне просто интересно было твою реакцию послушать. И вот папку цепляет. Я Элден стримил 11 часов, вообще, блядь, время пролетало незаметно. А тут я 6 часов стримлю и уже сплю, нахуй. Я в позиции, меня не взять. Ладно. Ебать, ты скилловый. Я ебал. Ой, блядь. Блядь, все с дробовиками убили. Всем каждой шалаве по дробашу. Это правда. У тебя не было дробик? Нет, я жду шалава. Блядь. К сожалению. Вот в этой случае я бы хотел, да, с дробиком. Тебе на почту пришло очень интересное от CD Projekt. Пиздец интересно, я сегодня зарофлил, но не в голос, понял? Ну, типа на стриме не рассказывал, но я ебать зарофлил. Это вроде, ну, наверное, это нельзя говорить, но там не написано, блядь, по-моему, что это конфиденциально. НДА не вижу. Я это пару часов назад прочитал. Ну, я не вижу НДА. Я тоже не вижу. Но мало ли. Ну что, соглашаемся, вместе идем смотреть? Ну, хуй знает, аниме не очень. Там просто еще и английский. А, нет, это точно. Это по-английски. Ну ты, а чё, кто-то уже рассказывал про это? Это чё, блядь? Ну не, никто не рассказывал. Смог. Это в общем доступе инфа, что выйдет и посмотреть можно первые три серии. А, тогда можно говорить, значит. Добей ПЗ. Спасибо. Ему пизда полная. Думга ебаный. Цветок ТП. Телепортация завершена. Короче, я думаю, можно рассказать. Аниме, ребят, по киберпанку CD Projekt вместе с Netflix сделали. Вот, и нам, стримакам, предложили посмотреть, видимо, рестримить первые три серии на Твиче. Но оно на английском. Не, на английском скип сразу. Я как бы, я-то пойму, но зрители очень многие будут сидеть и типа, чё за хуйня, и выходить просто. Потому что, ну, это происходит регулярно, когда я что-то смотрю на английском, играю на английском. Ну, тупые, короче, я понял. Очень много людей пишут, типа, чё за хуйня, по-русски, давай. Аниме на Ави? Здоровья маме. Самбади в канале. Самбади! За что, не понял. Ой. Он с ганом. Пойдем под размен. Идешь? Пойдем, да. Хорош. Я тебя захуярил вообще. Да, у меня иконка в очке каком-то была.